Сотрудники госавтоинспекции провели профилактический рейд, направленный на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Массовая проверка на дорогах проходила в поселке Развилка. Более 75 водителей в ходе рейда остановили инспектора ДПС и провели разъяснительную работу. Сотрудники ГАИ проинформировали граждан о недопустимости вождения автомобиля в состоянии опьянения и вручили тематические листовки. Нарушителей за это время выявлено не было.